Ну, рано или поздно, если человек, рано или поздно надо было уходить, нормально. А как вы оцениваете его деятельность на посту? Ну, положительно, удовлетворительно, хорошо. Мне нравилось, что он серьезный, серьезно относился. Ну, Василий лучше, конечно. Да? Почему? Как вы оцениваете? Потому что он в коррупции вот этих наших. Так, значит, мы занимаемся сетевым маркетингом, нам поэтому все равно, кто там будет. Ну, что тогда и поменялось? Что именно? Например, я как автолюбитель могу заметить, что дороги хотя бы поменяли. Ага. А у Меликова есть перспективы, на ваш взгляд? Конечно, есть. Он молодой, энергичный генерал. Ну, конечно, мы рады, что придет кто-то новый, значит, будет что-то по-новому нести. Надеемся на лучшее. Мы всегда надеемся. Надеемся на всегда лучшее. Ждем на лучшее, что улучшится что-то. Многообещающий человек. Он очень грамотный, во-первых. И самое главное, что он из Дагестана. Он понимает каждого. А какие у вас ожидания от нового главы Меликова? Больше динамики такой же положительной. Угу.